Проводить летние каникулы нужно не только весело, но и активно. Так считают представители администрации Ленинского района города Бреста. Заинтересовать детей спортом, привить интерес к играм, в которых рождается командный дух, отвлечь от гаджетов. Вот те задачи, с которыми успешно справляются более 10 лет организаторы спартакиады «Сделай правильный выбор». Спартакиада «Сделай правильный выбор» – это своеобразная такая фишка Ленинского района. Мы уже проводим ее на протяжении порядка 10 лет. И ее задача – сделать лето полезным. «Сделай правильный выбор» – летняя спартакиада – это как раз одно из мероприятий, которое призвано обеспечить детям полезный, приятный, развивающий отдых. Основная категория участников этой спартакиады – это дети из семей, признанных находящимися в социально опасном положении. К счастью, в Ленинском районе не так много таких семей, ситуация постоянно меняется, и наши усилия совместные приводят к тому, что ряд семей выходят из социально опасного положения. На сегодняшний день в Ленинском районе 91 ребенок проживает в порядка 50 семей, где выявлено то или иное семейное неблагополучие. Прекрасно, что дети проводят с пользой свой досуг, участвуют в соревнованиях, учитывая то, что спартакиада – это 7 этапов, они задействованы практически во всех этапах, поэтому значительное время они проводят на спортивных площадках с пользой для своего здоровья, ну и, соответственно, у них меньше каких-то мыслей совершать какие-то противоправные поступки. То, что они участвуют в составе каких-то команд с детьми, которые ранее не привлекались, то есть у них не было нарушений законодательства, это, конечно, здорово. Мини-футбол и плавание, дартс, пожарно-спасательный спорт, настольный теннис и шахматы. Количество видов соревнований, которые включает спортивный проект Ленинского района «Сделай правильный выбор», впечатляет. Не менее удивляет и количество участников. В этом году в летней спартакиаде приняло участие более 400 энтузиастов. Даже летом ребята не перестают тренироваться, совершенствуют физическую подготовку, чтобы достойно представить свое учреждение образования, показать себя в испытаниях разных уровней сложности. Это делает состязание в своем роде уникальным. Мы считаем, что это правильное мероприятие, потому что летом по различным видам спорта дети из учебных заведений имеют возможность встречаться, соревноваться и, конечно же, задействовать в этих соревнованиях детей, у которых есть какие-либо проблемы, да, дома, с поведением. Это ребята различных учетных категорий. Они максимально привлекаются к участию в этих соревнованиях. Я считаю, вот как руководитель учебного заведения, да, что такие соревнования важны, потому что нельзя сразу исправить человека. Если он сбился с пути, это долгий, кропотливый труд. И вот такие соревнования по принципу «капля камень точит» дают возможность ребенка, у которого есть проблемы, привлечь еще к одному хорошему делу. В рамках завершающего этапа спартакиады «Сделай правильный выбор» молодежь объединила подвижные игры. Каждый из участников отметил, что такие соревнования проводятся не для галочки, а для того, чтобы провести время весело и спортивно, а также познакомиться с новыми друзьями. Это было очень весело. Решила участвовать, потому что друзья в прошлый раз участвовали, рассказывали, как это весело. Конкуренция была, все так завораживало, интересно было. Данное мероприятие проводится, чтобы занять людей, детей, показать, насколько это весело, чтобы они выбрали, что им нравится. Может, кто-то уйдет в спорт, может, кто-то в более подвижные игры уйдет. Ну, чтобы дети выбрали, что им нравится. Данное мероприятие проводится, ну, как для интереса, для веселья, просто провести время хорошо. Еще для привлечения молодежи летом. Итоги традиционной спартакиады под названием «Сделай правильный выбор» среди учащихся Ленинского района города Бреста подвели на базе 16-й средней школы. В этом году по итогам всех испытаний лучшими стали два учреждения образования. Первое место поделили между собой команды 5-й и 16-й средних школ.